Итак, дорогие друзья, рад представить вашему вниманию 24 прелюдии Шостаковича. Я быстро расскажу о них. Начал работу он в 1933 году, закончил в 1935. Вот. Прелюдии также имеют характер как Шопена и Скрябина, он прошел по всем тональностям. Прелюдии очень разнообразны. Скорее всего, считают, что это связано с тем, что в то время Шостакович работал, играя миниатюры в аниме в кино. Поэтому столь разнохарактерные получились пьесы. Вот. Цикл очень красивый, не свойственный для авангарда, плюс прослеживается барочная линия. Буду рад исполнить. Ваш покорный слуга Кутряков Андрей. Thank you.
Thank you.